От здания краевой прокуратуры до кафе «Самсоныч», что пригрелось под боком у кинотеатра «Центавр», чуть больше 100 метров. Как говорится, рукой подать. Но даже несмотря на это, до незаконно рожденной постройки тянуться пришлось долго. Причем не без помощи наших коллег из новостного портала «Забмедиа.ру». Именно журналисты попросили надзорное ведомство обратить внимание на выросший буквально посреди тротуара киоск общепита. И догадки представителей СМИ о том, что кафе «Самсоныч» с залихватскими усами на вывеске находится здесь незаконно, полностью подтвердились. В апреле прокуратура сообщила, что в отношении ОАО «Центавр» возбуждено административное производство за самовольное занятие земельного участка по улице Амурской. Более того, на днях прокурорские работники направили иск в арбитражный суд с требованием признать постройку самовольной и снести ее. Теперь дело за служителями Фемиды, а ЗАБТВ, в свою очередь, продолжит следить за развитием ситуации. Мария Машанова, Анна Кулигина, Максим Лобачев. ЗАБТВ.